Кирилл Затонских. И в игру вступает Кирилл Затонских. И в игру вступает Бирцев. Передача. Здесь борется Макар Никишанин. Ну а шайба Бирцев. Передача. Здесь борется Макар Никишанин. Ну а шайба восьмерки сильнейших. Между прочим, бронзовые призеры молодежной хоккейной лиги про атаку. Из пустых в атаку. Из пустых в атаку. Регулярный чемпионат и... А вот ошибка защиты и здесь... И момент. Кузмаул. Остановлена игра. Подняты сразу две руки арбитра. И момент. Кузмаул. Остановлена игра. Подняты сразу две руки арбитра. Не смог остановить каучуковый снаряд. И фрик. Турнирной таблицы Востока. Отставание от Мамонтов 3 очка. МЮ гонят болельщики, и вот она. МЮ гонят болельщики, и вот она. Напрашивается передача на Кирилла Попова. Бросает сам Иван Ежов и... Вот момент, и снова... Жова. Хороший выстрел. Нет, это был Савчик. Тут пока потасовка у нас случается. И появляется пятый полевой, и тут же... Звучит свисток. Потасовка у нас случается. И появляется пятый по... И все тот же Чусовитин здесь в борьбе с тезкой Никитой Ефремовым. Сдвинуты ворота. 4 раза отличались хоккеисты снайперов. Это Ежов. Но... Щербакова так просто сегодня не переиграть. Снова момент. И снова Щербаков. Это Ежов. Но Щербакова так просто сегодня не переиграть. Снова момент. И снова Щербаков. И будут ли шайбы? Вот момент, и Кузмаул. Три из вечных русских вопроса. Что делать, кто виноват и будут ли шайбы? Вот момент, и Кузмаул. А, простите, Кирилл Попов, капитан Мамонтов. И шайба в воротах! Пропускает Владислав Щербаков после точно филигранно исполненного. Номер счастливым для него сейчас становится, сравнивает, возьмется уже лучший бомбардир Иван Ежов. Шайба ворота! Акин против Константина Кузмаула в домик. На льду Максим Кириленко. Кирилл Попов, капитан. Переигрывает он.
Кирилл Попов, капитан. Переигрывает он!